Всем привет! Вы смотрите обзор экшн-камеры GoPro Hero 3 Plus Silver Edition. Это новая версия камеры с некоторыми приятными улучшениями. Внешний вид и дизайн остался тем же, что и Hero 3. Рамка камеры сделана из приятного soft-touch пластика, и из рук камера не выскальзывает. На лицевой панели кнопка включения, два индикатора и линза. Сверху камеры находится кнопка спуска затвора, позволяющая нам начать или прекратить запись видео, или сделать фотоснимок. На левой стороне у камеры под специальной заглушкой находятся разъемы, а именно мини-USB, micro-HDMI порт и слот для карточек microSD, которая поддерживает карточки до 64 ГБ. На правой стороне находится кнопка включения Wi-Fi. Индикатор будет гореть синим, если он включен. Наверху находится микрофон, он здесь, кстати, улучшен, и небольшой динамик для звукового сопровождения. Сзади у камеры находится дополнительный порт для подключения различных аксессуаров и батарейный отсек. Батарея здесь на 1180 мА, и камера теперь держится на треть дольше, чем Hero 3. Также с появлением новой линейки Hero 3 Plus появился новый водонепроницаемый бокс. Он теперь на 20% тоньше и на 15% легче, чем предыдущий бокс. Водонепроницаемость осталась на отметке в 40 метров. Открывать стало его намного легче, кнопки теперь стали более красивее и нажимать их стало намного легче. Да и закрыть данный бокс не составит никакого труда. Теперь давайте подключим камеру к устройству. Для этого нажимаем на кнопку Wi-Fi и на нашем устройстве подключаемся к камере GoPro. Заходим в приложение GoPro App. Здесь мы можем смотреть, что снимает камера. Хотя скорость Wi-Fi и увеличена, но задержка все же присутствует. Также прямо здесь мы можем менять режимы съемки и менять все настройки камеры. Сделано очень удобно. Также можно просматривать фото и видео с камеры, добавлять их на устройство или удалять с камеры. Ну а теперь к режимам съемки. Камера может снимать в разрешении Full HD при 60, 50, 30 и 25 кадрах в секунду и доступно 3 угла обзора – ультраширокий, широкий и близкий. Также можно снимать при разрешении 960p. На данных видео можно убедиться, что желтизна картинки пропала, да и резкость картинки радует глаз. Детализация также улучшилась, и это не может не радовать.